после училки ми походили джолдан, джидюке, агюке и пораки ночи. И затем как в теки ката или на гашинке, или харайоке, уразуки или пораки ночи. В некоторых версиях руки высоко не поднимаются, а блок делается на высоте глаз или вообще на высоте горла. И потом подъем агюке идет туда, версия. Начнем. Как начнется от джолдан, зеркально по отношению к ката. Аги, окей, рука сразу вылетает на ураке. И следующий удар, когда идет, сразу эта рука перед нагащими на харай или дзюки. И отсюда также, если высоко идет на ураке, если рука оказалась низкой, идет на уразуки. С другой стороны, ничего, у нас сразу с отсюда вылетает. Атака, и сразу рука на кенцу или дзюки наливает. Атака. Еще раз, передняя рука. Дюдюки, конечно, мы блокируем только прямую на восьмом уроке ночи. Но следующий удар может быть и круговой. Харайоке. Сразу атака. Так же прямой задней рукой. Дюдюки сразу. И если круговой, харайоке. Зачем хороший харайоке? Он жестко блокирует круговой.